Вижу двух. Нужно покончить с ними. Это было не тяжело, но была очень кровавая битва. Фух, достроил наконец-то это здание. Фух, тут будем разрабатывать планы по уничтожению людей. Прилягу, наверное, я на немного. Фух. Ух ты, что это такое за здание? Наверное, наши какие-то построили. Ну, молодцы, конечно, они. Так, давайте постучимся. Так, это, наверное, нас проверяют, что ли. Так, тук-тук-тук. Кто есть дома? Никого вроде. Ну, давайте я зайду. И потом посмотрим. Безопасно, заходите. Хорошо, идем. Да, конечно, уютненько у нас здесь. А, мне кажется, я слышу храп. А, он спит, наверное. Думаю, ну просто, конечно, такой дом, блин, возвел. Это ж надо нервы иметь. И сколько материалов. Соглашусь с тобой. Я тоже. Я не знаю, конечно. Но один из наших где-то пропал. Я его вижу, я его вижу. Вон идет. Ну привет, ты где пропадал? Как видишь, по моей, так скажем, защите кровавой, пропадал я на бойне с людьми. Ну что, как там выиграл? Легко выиграл, они даже слова не успели никакого сказать. Да ты мастер. Аккуратно, у нас там кнопка выключения света на уровне с головой. Я попрошу потом мастера его перевесить. Хорошо. Располагайся тут. Да, конечно, очень классный у нас дом. Ну да, если честно, даже голограмма есть. Ну, очень классно. Свет и, в принципе, ночью тоже будет хорошо. И будем видеть, то есть, врагов. Но я с тобой согласен. Так, нужно что-то сделать. Ну, я с тобой согласен, то как-то слишком скучно. И, кстати, люди давно не появлялись у нас дома. Да, ну какого у нас дома? Сплюнь. Тьфу. Да не в реальности, просто я тебе так говорю. А, ну извини. И скажи ему еще, что тут какие-то слишком травматичные стулья. Я из-за него немного, блин, хребет поломал. Окей, обязательно скажу. Ага, вот и пришли. Они тут все забор строили, да еще и колючий, посмотри. Так его же можно сорвать. Ну давай, попробуй сорви, травмируешь руку. Так отстрели калашом, у тебя же есть. А, ой, точно, попытаюсь. Ну-ка. Что-то мне так кажется, не получается ничего стрелить. Ну да, я же не один слышал эти выстрелы. Да нет, не один, а что это может быть? Давай как-то, не знаю, выглянем куда-нибудь. Жалко, что окон нету, надо будет опять пойти. Какой-то у нас дом такой себе, но зато защищает нас. Ну да, хотя бы это. И как нам пробить через забор? Я не знаю, ты меня сюда повел. На, отлично, патроны закончились. А хотя, а, не, у меня же магазин есть. Так, тут. Угу. О, все. О, есть. Ну, блин, надо как-то перелазить. Подсадишь меня? Ну, попробую, главное, не поранься. Так, ну я готов, только я прыгать боюсь. Не бойся, прыгай. Ладно. Ауч. Хорошо, что чуть-чуть мимо прошло. Я перелез. Я пойду дальше. Оставайся возле забора. Хорошо. Ну пойдем разберемся с вами, роботики. Опа. Похоже, что меня засекла камера. Или что это такое? А, это фонарь? Серьезно? Все, теперь фонаря нет. Так, нужно как-то у них дом. В доме свет подключить. Хотя сейчас же день. Скоро ночь наступит. Вот это будет уже контент. А хотя... Долго ждать, еще 5 часов ждать. Ладно, подстрелю пока что эти. Блин, меня смущают эти выстрелы, тебя тоже? Да мне тоже, давай пойдем разберемся. Пойдем. Опа, и здравствуйте, а кто это у нас тут стоит? Никто! На-на-на-на, получай, 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 получай. Ну, сейчас ты умрешь. О, нет, у меня же магазинов нет. О. Так ты серьезно? Ты с нами с калашом пришел? Алло, мы роботы. Чел, мы роботы. Мы роботы. Ё-моё. Каким надо быть дураком? А нас с калашом идти? Я, конечно, в шоке. Согласен, пойду догоню этого козла и его убью. Абордаж! Конец второй серии.